Правильно ли тратить время на одного ученика, если остальные поняли? Дело в том, что если это происходит в тот момент, когда мы в центре внимания, да, когда мы в фокусе, и тогда темп всего класса приостанавливается из-за того, что теперь будет диалог идти с одним учеником. Когда в фокусе ученик, и они работают, тогда у них свой темп, свои учебные материалы, свои задания, свои инструкции, они знают, что они делают. И диалог учителя с учеником, хоть минут 20, никого не выбивает из строя. Поэтому здесь однозначно ответить на вопрос непросто. И надо подумать о том, как ответить этому ученику, чтобы всему классу также транслировать, что любой может оказаться в этой ситуации, и учитель предпримет точно обязательно какие-то шаги совместно с этим ребенком для того, чтобы ему помочь.